Україна не буде говорити з Путіним, але готова обговорити акт капітуляції Москви. Так гарно звучить, я прям бачу, як це написано такими золотими літерами. Акт капітуляції Москви. Про це говорить міністр оборони України Олексій Резніков. Він сьогодні дав прес-конференцію, там багато сказав і про те, що ми вже глобально готові до наступу, що він на завершальній стадії до контрнаступу. Про НАТО говорив і от поговорив, відповів оцим мирним переговорникам, яких ми теж обговорюємо щодня, бо вони так чи інакше з різних куточків планети десь вигулькують. І Резніков певен, що на Заході чітко розуміють позицію України щодо перемовин з агресором Росією. А і не спекулюють на цій темі. А от мені, Борисе, інколи здається, що не чітко розуміють нашу позицію. Бо так якось зачастили зі своїми мирними ініціативами різні оці всі ті, хто ще хоче говорити про щось з Путіним. Есть такое, да, все хотят поучаствовать в мирных переговорах, все хотят себе немножечко лавры миротворца нацепить. Но опять же, наши условия очень простые и четкие. То есть, вот казалось бы, чего проще? Выводите все войска, деоккупация всех территорий, границы 91-го года. Вот. Дальше говорим про репарации. Ну, в общем, все понятно. Но есть место для компромисса для некоторых европейских чиновников. То есть, помните же, звучали, да и не только европейские, кстати, и американские, помните, звучали идеи, что, ну, Украине нужно трезво оценивать ситуацию, что, ну, не все земли, может быть, удастся как-то освободить. Ну, в общем, нужно и где-то там и Россию послушать. Не нужно. Если вот сейчас этот прецедент будет, если мы захотим послушать Россию, сохранить лицо, там, часть земель отдать им, то это для Путина будет только стимулом через год-два еще одну войну развязать, еще кусок земли украсть. Потому что ему скажут, что так можно. Можно напасть, часть земли забрать, и тогда все хорошо будет, и санкции снимут. И Путина же окрылило. Путина окрылила Грузия в 2008 году. Не было тогда никаких санкций против России. Путина окрылил Крым, что он его забрал, и как там при Обаме не особо про санкции кто-то вспоминал. Они были так, знаете, для галочки. Поэтому вот если бы тогда, после аннексии Крыма, и Россию начали душить санкциями, как это делают сейчас, возможно, к этому времени, тогда, с 2014 года, да, к этому времени, возможно, бы и экономика, и ВПК российский были бы уже не способны на развязывание вот такой полномасштабной войны. Поэтому эти уроки Европа и США должны усвоить. Либо, я не говорю сейчас только про Украину, например, если ему отдать кусок земли и там где-то подписать мирные соглашения, он потом пойдет на другую страну. Он поймет, что там НАТО не хочет вмешиваться, не хочет принимать Украину. Ну хорошо, вот тогда, значит, Латвия, Литва, Эстония, они давно Путину уже как кость в горле. Армения, Грузия. Ну то есть это даст ему возможность продумать через несколько лет новую войну и сказать, вот немножко выдохнули, санкции сняли, давайте еще кусок земли заберем. Поэтому этого делать нельзя категорически. Ви згадали, Борисе, про приїзд президента Чехії Петера Павла до України. Приїхав він не один, приїхав він також разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Вони обіцяли, анонсували, в принципі, цей візит, коли Петра Павла вибрали президентом Чехії на початку березня, після інавгурації. Він казав, я приїду, от завітав. Дійсно, вони були і на Київщині, там, як з фотографії роблять висновок бородянці. Наскільки знаковим цей візит є зараз, враховуючи таку доволі чітку позицію Петера Павла, і наскільки нам важливо розвивати взаємини з такими європейськими країнами? Безусловно, важно. И там в части делегации у меня тоже будет встреча сегодня со словацкой частью делегации. Там приезжают не только политики, но и бизнесмены приезжают, и те, кто, значит, там оборонными делами занимаются компании. Ну, в общем, это очень серьезная большая делегация. Петр Павел — это, ну, вот один из показателей, да, бывший натовский генерал, который очень четко говорит про то, что он понимает, как никто другой, что такое Россия и какую угрозу она несет. Поэтому, конечно, нам эти союзники важны. Конечно, им нужно дать возможность своими глазами увидеть, потому что мы видим, как колеблющихся таких мягких дипломатов типа Макрона немножечко настраивает на правильный курс посещения
Буччи, когда он своими глазами все это видел, Шольц, Драги. В общем, когда они все это увидели, они немножко по-иному тогда заговорили. Им нужно регулярно их нужно возить сюда. Вот они, мне кажется, иногда забывают то, что увидели, грязную там в своей локальной повестке. Но нет. То есть это общая Украина. Сейчас есть форпост между злом в чистом виде и Европой. Все, мы сражаемся. И чем больше и мощнее оружие будете давать Украине, тем быстрее это все закончится. То есть это тоже нужно понимать. Да, я понимаю, что, наверное, у стратегов наших заокеанских партнеров есть свое видение, да, медленного перемалывания российской военной машины, потому что если сейчас ударить, значит, по российской армии, она отползет, залижет раны и потом вернется. А вот медленное перемалывание, но в этом сухом, как говорится, предложении медленное перемалывание тысячи жизней украинских солдат. Это вот медленное перемалывание, оно как раз, к сожалению, ну, погибают наши ребята. Поэтому сказать сложно, кто тут прав, кто виноват. Но опять же, тот факт, что нам продолжают помогать и в начале этого года, там, судя по траншам и по номенклатуре, оружие продолжают усиленно помогать, больше, чем в прошлом году. То есть сомнения в том, что Украина может победить, мне кажется, уже нет ни у кого. Есть, конечно, там, простите, всякие... Ладно, я не буду называть их. Ладно, скажу. Есть, например, венгерские чиновники, которые говорят, ой, там Россия саботирует постоянно санкционные пакеты, с Россией нужно дружить, приезжают в Россию, за этот дешевый газ готовы Путина там, простите, в задницу целовать. Но они просто не понимают, что у Путина нет друзей. Вот завтра Путин решит, что в Венгрии нужно сменить правительство и сделает все возможное, чтобы оно так и было. Потому что пока Путин жив, и вот это его вся мразотное окружение, покоя в этом мире не будет никому. Я сейчас не только про соседей говорю.